Stars. Рассказала жена. Я сам был в командировке. Она покрасила дверь в ванной, начала переклеивать кусок обоев в коридоре, ведущем на кухню. Нора Ротвейлер с интересом бродила за ней. Интересно же, чем хозяйка занимается в отсутствие мужа. И в какой-то момент прислонилась боком к той самой окрашенной двери. На истошный вопль Нора: «Иди отсюда, бедный собак», не поняв, за что его ругает, она же помочь хотела, убегает в зал и прислоняется покрашенным боком к дверце мебельной стенки, только что купленной, к слову сказать. На беду в доме закончился растворитель, собаку пришлось оттирать подсолнечным маслом. После окончания экзекуции Нора с опаской, обходя покрашенную дверь, побродила по квартире, после чего с облегченным вздохом, наконец-то никто не ругается, прислонилась испачканным в масле боком к только что поклеенной обоине.